Ваши контактные данные, электронная почта, номер телефона. У вас же есть номер. Судебный пристав-исполнитель Наталья Соколова сегодня наведалась к данному гражданину с весьма нерадостной миссией. По решению суда его Рено Логан предстоит арестовать. Мужчина задолжал банку. А почему у вас забрали машину? Потому что приехали и забрали. А какие у вас долги? Никакие. Он не признается и просит не показывать лицо, оно и понятно. Остался должен по кредиту более 300 тысяч рублей. Брал под залог авто. Вначале вносил платежи исправно, а затем на 3 месяца забыл про свои обязательства. Банк обратился в суд. Процесс длился 1,5 года, и вот теперь с ласточкой придется попрощаться. Хотя шанс ее вернуть есть. Его право обратиться в течение 10 дней к судебному приставу исполнителю для того, чтобы разрешить данный вопрос. Также напрямую он имеет право обратиться к взыскателю для разрешения вопроса. У него только один вариант, да, платить задолженность и все. Пристав Наталья Соколова со всех сторон опечатывает авто, после Логан отправится на штрафстоянку. По словам представителей банка, такие прецеденты в Березниках не редкость. Я за свой банк могу сказать. У нас часто аресты происходят. Я знаю, что в других банках тоже, в принципе, работают достаточно активно, потому что это очень воздействует, да. То есть очень часто, где-то в 50% случаев, должники выкупают свои машины, ну, соответственно, если они, конечно, выше рынка, а долг меньше, то они выкупают. То есть сразу гасят весь долг, находят деньги. В случае, когда должник не выплачивает всю сумму, машина идет с молотка. Кстати, в процессе выяснилось, авто не в очень хорошем состоянии после ДТП. Если его стоимость окажется меньше суммы долга, остаток с должника будут списывать в принудительном порядке. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов, Новости Верхнекамья.